менеджмент, управление людьми, это самое, что ни на есть, волшебная профессия. Потому что вы управляете душами людей. Если бы я сейчас спросил бы, а какая ваша профессия? Что вы мне ответите? Менеджер, еще. Вы поднимали руки? Директор. Что такое директор? Супер, отлично. Вот посмотрите, на самом деле, какой парадокс. Вы кто? Я директор по безопасности. Я директор там по логистике. Я там IT-директор, я CEO. Но я впервые слышу, что генеральный директор сказал, моя главная задача – управлять людьми. Так вот, построение карьеры – это сделать так, чтобы ваша была компания эффективна за счет управления, за счет тех основ менеджмента, которые вы даете и позволяете сделать так, чтобы все развивалось. Второе. Через свою карьеру вы можете реализовать самые смелые свои амбиции. Через свою карьеру вы можете реализоваться как специалист, как менеджер, как человек в первую очередь, что самое главное. Развитие карьеры возможно только через развитие личности. И что происходит, когда мы развиваем свою карьеру? Мы развиваемся сами. Через построение себя, через развитие себя, через нахождение своих самых главных мотивирующих задач, что же меня движет в своей карьере. И еще очень важный вопрос. А каким делом вы занимаетесь? Может быть, это будет в первый раз, когда вы серьезно задумаетесь. А что это за дело, которым я занимаюсь всю свою жизнь? Что, какая моя профессия? Какое мое дело? А потом я вам скажу, какой фильм нужно посмотреть для того, чтобы подумать о том, действительно ли это то дело, которым я занимаюсь. Итак, моя позиция сегодня, что развитие карьеры – это очень важно, это очень благородно и очень интересно. И перспектив в развитии карьеры колоссальное количество и безграничное. Спасибо, Роман.